Всем привет! Меня зовут Анатолий Зубков, я композитор. Вы точно знакомы с моим творчеством, потому что вы точно слышали мои песни в исполнении Киркорова, Пугачевой, Вайкули и других звезд российской эстрады. А еще я автор музыки ко многим фильмам и сериалам, например, таким как «Тест на беременность», «Гетеры майора Соколова» и многим другим. Я знаю, как написать хит и умею это делать. Сегодня я хочу поддержать новых талантливых исполнителей в жанре сольной эстрадной песни и предоставить возможности для дальнейшей творческой самореализации. Я предлагаю всем вам поучаствовать в конкурсе, который я назвал просто «Я пою». Для участия вы исполняете любую из моих песен, можете записать уже проверенный хит из репертуара Пугачевой, Жасмин, Аллегровой, Киркорова или взять любую мою песню, так сказать, из неизданного. Присылайте видеозапись на почту организатора конкурса, продюсерский центр «Антре». У каждого из финалистов будет возможность связаться со мной через Skype и получить мою личную консультацию. Победитель финала получает приз – песню, которую я напишу специально для него. По итогам голосования на сайте «Антре» будет вручен приз зрительских симпатий. Подробнее об участии в конкурсе здесь. Спасибо.